Об этом доложил глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев на выездном заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений и штаба по координации деятельности народных дружин. Виноградом хорошо поставлена работа по организации спортивных мероприятий и праздников для продвижения здорового образа жизни. Только в этом году в поселке Виноградном было проведено 6 заседаний общественности, где обсуждались вопросы борьбы с алкоголизмом, антинаркотическая работа, а также создание рейдовых групп. По словам главы сельского округа, сегодня в Виноградном практически решена проблема наркомании. На территории Виноградного сельского округа проводятся культурно-досуговые и спортивные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни. В 2018 году, за прошедший период, было подготовлено и проведено 32 профилактических мероприятия, 70 спортивных мероприятий, 43 патриотических мероприятия, 20 досуговых. Самыми массовыми стали, и уже все знают, это традиционный тоже у нас, это на первые майские праздники мы проводим майские старты. Это совместное мероприятие проводится с хуторским казачьим обществом Виноградного сельского округа. И также знаковое у нас мероприятие – это «Сила Кубани», фестиваль силового экстрима, который мы проводим в конце сентября. И приурочено оно к дню освобождения города курорта Анапа и нашего Виноградного сельского округа от немецко-фашистских захватчиков.